сбегать от родителей. Надо бы спросить у моего друга Валера. Погнать! Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки. За какой-то училки. Одну минуту. Опять 25. А? Стоп. Ага! Стой! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Очень плохо. Иду. Сколько можно? Стой. Здесь кто-то был? Кто забыл закрыть микроволновку? Гена! Давайте нам на помощь! Ну чё, всегда так не играете? Наш сын куда-то делся! Дай только знать, где ты находишься. Ну чё, всегда так не играйте? Thank you.
Давай. Ну! Ну же! Да сколько можно? Да не ему! Твою мать, а! Вот можете же всегда, чё так не играете, а? Давай быстро, 20 приседаний. Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри мне, впредь веди себя хорошо.
Давай, 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 давай! Да бей ты уже! Кому я там нужен? А, что за шум? Ой! Лишь бы не спалиться, лишь бы не спалиться. Так. Ты что, совсем тупой? Ха!